Чувашские школьники вернулись с третьего всероссийского фестиваля ГТО. Он прошел в детском центре «Артек» в Крыму. Команда нашей республики обошла соперников из 85 регионов и стала третьей, завоевав бронзовые медали и кубок. Чувашию представляли 8 юношей и девушек из Цивильска, Алатыря, Кугеси и Батырева. Цветы, подарки и заслуженные аплодисменты. В этом зале собрались настоящие победители. Те, кто благодаря своей настойчивости и стремлению к успеху смогли завоевать бронзу. Одной командой «Великолепная восьмерка» стала совсем недавно, в мае, победив в региональном этапе фестиваля ГТО. Но несмотря на такой короткий срок для подготовки, они вернулись с превосходными результатами. Так, Даша Мишанина, чемпионка мира по полиатлону, в личных состязаниях завоевала серебряную медаль в беге на 1,5 километра. Я очень усердно тренировалась. У нас были тренировки каждый день. Сложнее, наверное, всего дается это бег 1500 метров, потому что ты волнуешься, думаешь, не пробежишь. Но получается так, что ты вырываешься вперед и побеждаешь. Мне вот так и очень сильно понравилось. Уезжать не хотелось. Не хотелось расставаться с друзьями, с которыми мы очень сильно сдружились. В течение 3 недель команды из всех регионов России, а это почти 700 участников, соревновались в беге, метании мяча, плавании, прыжках в длину, стрельбе и силовой гимнастике. Были и волнения, и азарт, признаются участники. Кому-то это придавало сил, а кто-то, напротив, растерялся. Очень сильное волнение было, конечно. Но мы знали, что это надо сделать. Мы делали на максимум, пытались. Были судьи строгие, но справедливо. Конечно же, это историческое событие. Среди всех субъектов Российской Федерации занять 3-е место, быть лучшими во многих дисциплинах, это, конечно же, большое достижение. Наличие бассейнов, физкультурных комплексов, спортивных площадок, которые построены в республике, они вот это результат вот этих всех проектов. Обладателем же переходящего кубка ГТО стала сборная Удмуртии. На 2-м месте – представители Новосибирской области. Программа на следующий год – максимум – занять 1-е место. А это значит, тренироваться наши ребята будут более интенсивно. Ведь недаром говорят – терпение и труд – все перетрут. Рифат Фаткулин, Арына Гавелян, Республика.